26 июня стартовала ожидаемая многими ICO платформы децентрализованных приложений iOS. Как сообщает сайт Reuters.com, краудсейл будет разбит на несколько периодов с завершением кампании 1 июня 2018 года. Общее количество токенов составит 1 миллиард. Программное обеспечение iOS представляет собой новую блокчейн-архитектуру в виде операционной системы, на которой могут быть построены приложения. Технология представляет собой блокчейн-архитектуру, которая масштабируется до миллионов транзакций в секунду, устраняет пользовательские комиссии и дает возможность быстрого и простого развертывания децентрализованных приложений.